Начинаем смотреть робота Спринтрапа, получается. Всем хаешки. Да, давай начинать. Я убираю. Так, ну что, сейчас найду мою постройку. Во. Что это? Сейчас загружается. Ой, блин. Ты всегда что-то страшное, да, строишь? Ну, не всегда. Почему он такой страшный? Ну, ты спросил самого создателя Сиреноголового. Почему он должен выглядеть стрёмно? Почему ты именно его построил? Вообще, кто это? Ну, потому что я люблю что-то такое паранормальщее, но... Да что такое вообще? Ну ладно, давай посмотрим. Его называют сиреноголовым, потому что у него две сирены на голове. Кто такого чудища создал? Так, сейчас сам возьму. А куда садиться надо? А там можно с помощью тортика, можно там внутрь залетаешь, внутри груди его. О, магия. Ну, короче, можно поставить стульчик, джетпак обязательно надо убрать, а то ты застрянешь. Я хоть и не проверял, но ты можешь. А там кнопка наверху есть, она что делает? Ну вот, я тут стульчик поставил, ой. Задымело немного. Ну, это где-то, это 53 пули. Маловато. Ну да, но у меня еще 7 штук осталось. Нет, можно было дюпать. Так, давай садись, я тоже тут сяду, буду смотреть. Поставь любой стульчик и его разморозишь. Ну, такой страшный. Давай начинать так смотреть его тогда. Я, кстати, его тестировал на прочность и на скорость. А мы его сейчас тоже протестируем. Ну да, я знаю, я же смотрел твой этот ролик, который сегодня вышел. А, я забыл палку убрать снизу. Ну все примерно так, наверное, будет. Так, блин, не могу попасть. Там твой торчик видно снаружи. А я его, может быть... Так сейчас и будет, и меня тоже будет видно. Я просто это думал, что это нормально будет. А всё. Ты где? Так. Ой, а мы начинаем или нет? Да, блин, палку не могу убрать, эту лишнюю. Какую палку? Сейчас я тогда сейчас слезу с тортика. Давай. И сейчас быстренько уберу его, палку. А то эта палка... Да какая палка? А там палка, которая, ну, чтобы она держала это, стояла. А, понял. Так я ее мог убрать же. Я мог... Общее строительство включить. Ну да. Ну ладно, давай, включай. Уже 3 минуты прошло, а мы просто стоим. Просто смешно. Ну я так понимаю, что ты там что-то обрежешь на монтаже, да? Ну хоть чтобы было меньше минут. Ну да. А всегда так делать. Ну это логично. Ютуберы так всегда любят делать, я даже сам знаю на своем примере. Так, ну что, поехали, да? Или еще нет? Что-нибудь хочешь о внешнем виде робота сказать? Угу. Так, ну что ж, сейчас мы берем все. У него большие языки, сирены, и все это выглядит очень страшно. А ты стульчик свой забыл разморозить. Что такое? Давай, поехали. Ну, я, кстати, вот это не проработал, что меня видно. Ну ладно. Короче, он такой ходит. Ну, он, у него есть две атаки, потом... Ну, он может атаковать руками, конечно же. Не, атаковать, сначала... атаковать он не руками может. Остановись на месте. Так не, у него на руках просто он есть... Он атаковать есть, может, вот так. У него два вида атаки. У него есть ударами руками, у него просто руки заминированы. А, ну там бомбы. Ну вот да. Только я не особо вижу постройки такого роста. Если только по самолету ударить. Ну, у него, конечно же, есть слабая точка. Это вот эта палка, которая держит наше управление. А, да, если ее подбить, то все. Давай попробуем билд-бот тогда пройти. Хотя можно я поуб? Ну давай. Ну, хотя да, давай. У него турбины раньше были, но я их убрал. Стой. Без турбин нельзя. Без турбин не получится. Да? Сейчас, тогда сейчас быстренько. Давай ресетнись. Назад. Ресетнись. Ну окей, давай ресетнемся. Сейчас он красиво упадет. Смог так забежать. Мы еще он упадет. Я просто это, понимаешь? Я там просто эти пушки делаю, и как оказывается, турбины эти помешали этому. Ну, оно будет стрелять, когда я буду это... Я подумал, надо будет убрать и потом добавить заново. Но я не успел завтра, ну, точнее, вчера добавить. Ну, решил, подумал, что завтра. Так, давай тогда я лучше запущу. Если у тебя такие проблемы. Ну, я могу сейчас быстренько исправить, у меня же много рычагов. Не, давай я сделаю. Ну, как раз мне надо его посмотреть. Ой, я тут... Ну, если что, у него была вторая попытка, потому что после первой попытки он развалился быстро. Нога отвалилась и все такое. Так. А, ну да. Если что, ему там на это надо будет отключить коллизию там в одном месте, потому что мы же залетаем и это. Я турбину туда ставил и это. Отлетали турбинки. А ты можешь вот это от пушек отцепить, вот это, чтобы они упали? Они нам не пригодятся. Ну да. Ну отцепи там блок. То есть немножко.
Ой. Что ты сделал? Ё-моё. Это... Ты там это... Ой, ё-моё. Я имею в виду другое. Ну, я ещё... А, ты имел в виду пушки? Ну, пушки всё равно можно будет это убрать. Они же всё равно... Мне просто блок отмасштабируй, который пушки держит. Они все отвалятся сами. Ага. Только самое страшное, это чтобы сами сирены не отвалились. А, ну тогда не делай ничего. Да хотя сирена держится по-другому, поэтому можно во... Все, поехали. Все сделал. Так, сейчас сидушку поставлю себе. А, то, а да. Буду висеть. Стой, 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 я кнопку забыл поставить, чтобы все эти турбины кнопку включать. Гоу, угу. Поехали. А, стоп, мы же палку забыли убрать. Иди убери. Уберем. Блин, опять же пока искать повторно. Так, все, я готов. Ну, хорошо. Так. А, джетпак на мне, блин. Я подумал, где, почему джетпак не одет. Ну все, тут все готово. Отфиксируй все. Я случайно на рычаг кликнул. Отфиксируй просто и все, и все будет нормально. Во, готово. Так, ну получается, он может двигаться, у него тут от колес сервопьеду, все получается двигается. Сейчас я мы его включим, а я поменьше турбин все-таки оставлю. А еще я хотел, чтобы он, ну, крутил руками, но язык и сирена мешали, поэтому не делал этот механизм. Так, ну вот мы полетели на прохождение билтобота на сиреноголовом, или как его зовут. Короче, на ужастике каком-то. Ну, короче, это сиреноголовый, ты правильно его назвал. Он у страшный. Меня, короче, каждый его вид был все время бой. Ой, стоп, а что я дамаг получаю? Баги. А, ой. Я помер? Я тоже. А, стоп, что? Чего? Что за баги? Заново загрузи. Эх, я столько турбин ставил. Я, короче, прям сразу же уберу палку, а то она самая мешучая. А, я, короче, понял, короче, по сидушкам нам попали, и нам это отрубили ноги, и это, и наше тело просто полетело вниз. В воду топиться. Так, ставлю два ускорителя. Угу. А я джетпак пока что беру. Я тебе так скажу, моя самая первая версия была очень большой, что она даже в дерево будет спряталась бы. Так, все это надо скрыть. Угу. Стульчик можешь поставить? Да? Стульчик можешь поставить? Да, могу. У меня их 3 штуки. Очень мало. Я у которого 500. Так, ставь. Вот, поставил один стульчик и второй поставлю, чтобы я тоже сидел рядом с тобой. Так, и самое главное, надо сейчас быстренько включить это коллизию, а то сейчас твои эти ракеты улетят. Ну, стенки. Все, готов. Расфиксируй. Ага. Теперь всю постройку мы берем и размораживаем. Разморозил? Все. Ну все, нам сейчас хана будет. Готов? Готов. Ой. Ну, я тебе так скажу, самая сложная деталь в самом этом сиреноголове, ну, голова, это сирены. Ну, я вижу. Язык и все остальное было легко. Надо повыше взлетать. Ну, мне кажется, что персонаж наш уже взлетел. Так, все, поднимаемся и идем. Летающие тарелки не успели нас поймать. Так, ну все, прошли. Ну да, вроде как да. Только сирены... Ой, ё-моё, подлагало резко. Ну вот сирены развалились. Ну да. Я вообще не проводил такой тест. Я проводил его тест на прочность и на... Ну, насколько он быстрый без турбинок. На руках динамит, да, есть? Да, на руках там динамит. Ну ладно, мы проверить это не сможем, наверное. Будешь до рук какой-то добраться. У тебя, наверное, нет такого здорового робота. Нет, ты просто заново загрузи, вы... Чтобы убедиться, я покажу. Я могу просто показать, что там у него есть невидимое спрятанное. Только там две детали, ну, и все. Включи ПВП и загрузи его. Да. Сейчас я покажу, как динамит работает. Ну, сейчас проверим. Мне интересно, как ты картинку сделаешь. Так. Так, ну, сейчас ПВП еще надо включить. Вот, допустим, это он. Допустим, ой. А, я понял, ты... А, кстати, можно будет просто... Допустим, взять, у меня большая деталь, ну, робота какого-то, и бабах. Да. Он так взрывается. Ну, а я себя как взрывчатку. У него не было... Ну, чтобы он... Ну, смотри, я просто подумал, раз он атакует руками, то если он будет драться с двумя роботами, он уничтожит одного робота, а второго как уничтожит? И решил добавить звуковой удар с помощью пушек. А, ну да. Получается, как звуковой удар. Ну, все ну, тогда, да? Я, кстати, что-то хотел сделать с головой, чтобы, ой, ну... Когда активируются пушки, то голова нагиналась. Я не успел тоже это сделать. Ну ладно, спасибо тебе, что показал своего робота. Всем покедова!